Всем привет! Продолжаем смотреть картины, знакомиться с художниками Альберт Пьер Рене Маигнан. Французский художник и иллюстратор. Вот как написано в переводной Википедии. В 1864 году он покинул свой родной город, чтобы изучать право в Париже, где и получил диплом в 1866 году. Во время учебы рисовал и брал уроки искусства от Джуля Акилы Ноэль. Его дебют в Салоне в 1867 году. И на протяжении всей жизни он там выставлялся. Много путешествовал, был в Руане, Кордове, Севиле, на Суэцком канале до его открытия. По возвращении из путешествия писал в студиях Эвариста и Виталь Ламинейса. В 1889 году выиграл золотую медаль на Всемирной выставке, получил почетную медаль на Салоне в 1892 году, а спустя три года был назван рыцарем Ордена Почетного Легиона. Большая часть его работ посвящена истории живописи, хотя он также писал очень много портретов. Его испанские и восточные картины показывают влияние Анри Реньо. После 1889 года он писал иллюстрации и расписные декоративные росписи. В том числе он расписал ратушу и торгово-промышленную палату в Сен-Этьене. Создал серию гобеленов для Люксембургского дворца. Входил в состав группы художников, которые украсили фойе опер-комик. И был одним из нескольких, которым дали поручение, чтобы украсить Le Train Bleu, известный ресторан в Лионе в 1900 году. Вот все, что, к сожалению, все, что я смог найти в интернете, в переводном интернете, о Альберто Пьер Рене Маигнан, который родился в 1845 году и умер в 1908. Был французским художником и иллюстратором. Посмотрите его картины. Все, пока-пока. Всем привет, до свидания.